Это история о чем-то, о чем я мечтал с раннего детства. Я всегда хотел иметь собственную мастерскую. Видите ли, по какой-то причине моими любимыми игрушками была отвертка и рулон скотча. Я разбирал все, что разбиралось у нас дома, и зачастую собрать обратно уже не получалось. И мои родители не были этому особо рады. На свой день рождения в 14 лет я попросил у отца шуруповерт и разрешить мне сделать мастерскую у него на балконе. Частенько, вместо того, чтобы идти играть со своими друзьями, я оставался на балконе, чтобы собрать тот или иной механизм. Потом я сделал этот стол, но он стоял прямо посередине моей комнаты, что не было особо практично. И вот наконец настало то время, когда я обзавелся собственной мастерской. Это помещение общей площадью 27 квадратных метров идеально подходит для моих нужд. Мастерская делалась в течение 5 дней и с помощью моего друга Патрика. Реновация включала в себя разбор старых полов, починку стен, ремонт полов, генеральную уборку и покраску стен. На стены ушло более 15 литров белой краски. Далее мы установили новое освещение из 12 флуоресцентных ламп общей мощностью 500 Вт. Установили новые розетки и провели более 100 метров нового кабеля. Затем мы собрали верстак размером 1 на 2 метра. Собрали стеллажи и собрали мой старый рабочий стол. И после пары мелочей и небольшой уборки моя мастерская была готова. Примерно так она выглядит в конечном итоге. Каждый предмет имеет свое место, и мне больше не надо перерывать все полки в поисках той или иной вещи. Два инфракрасных обогревателя не дадут мне задубеть зимой, а стерео заскучать. Теперь у меня есть мусорник на колесах и черный фон для предметной съемки. На подходе много проектов и работы, которые могут быть выполнены только благодаря моей новой мастерской.